Людос Мобили — это авторский жанр, который я придумал в 2009 году, и вот с того времени периодически к нему возвращаюсь. С одной стороны, это простой диатонический язык, а с другой стороны, мобильная, подвижная форма. Она, собственно говоря, и запечатлена в названии, да? Что «Людус» — это игра, переводится как «игра», «играющий», а «Мобилис» — это вот как раз-таки подвижность и нестабильность, непредсказуемость какая-то. Исполнитель должен быть максимально раскрепощен при исполнении моих произведений. И вот эти вот оставить минимум рамок для исполнителя и максимум свободы, свободы творчества, свободы импровизации, свободы самовыражения исполнителя. Вот это вот была одна из главнейших задач этого цикла «Людос Мобилис». Человек, который слушает эту музыку, он тоже должен быть максимально раскрепощен и, в общем, скажем так, должен погрузиться в состояние максимального раскрепощения, чтобы эту музыку адекватно воспринимать. Видение, ощущение, слышание, восприятие себя, себя истинного. В этот момент, мне кажется, только в этот момент он может быть по-настоящему раскрепощен. Если он постиг вот то вечное и чистое, то, что есть внутри его самого. Сейчас время, вот в начале 21 века, приходит опять вообще культура, социум, возвращается, мне кажется, к такому пониманию вообще творческой личности, как ремесленника. Востребованность субъективности будет меньше, чем востребованность объективности. Не нужно усложнять какие-то очевидные вещи. И, в общем, можно обходиться максимально простыми средствами. И достигаться будет практически тот же, социокультурный результат. Главное в жизни – это найти себя. И вот когда человек себя находит свое место, вообще, скажем так, во всех уровнях жизни, в социальном, в личном, в духовном, во всех уровнях, он становится счастлив. Эта музыка направляет в поиск, вот, как мне кажется. Вот это вот самая главная цель у него. Хотя бы один человек, если найдет себя, это будет замечательно.